Всем привет, и это уже 17-я серия рубрики «Патруль на авторынке». Ну давайте хоть на секунду забудем о наших кидалах и вспомним, что 20 апреля нашей любимой Блэкраши исполнилось 2 года. За эти 2 года команда проекта проделала очень много работы, и вот к этому двухлетию они выпустили топовое обновление, где добавили первые лимитированные автомобили, аксессуары и скины. Кстати, скины из топового известного фильма. И еще добавили новые квесты в честь двухлетия, ну и в принципе на них можно неплохо так заработать. А если покупать скины и тачки, которые сейчас в донате, то в будущем их можно будет продать за бешеные бабки. Кто вообще на что донил, кто что себе купил, пацаны, пишите в комментах. Под прошлым видео вы собрали 600 лайков, а это целых 6 миллионов, и делим их на троих. По 2 лямчика выиграли 3 человека в этом видосе. Сегодня запускаем такой же конкурс. Каждые 100 лайков будут равны 1 миллиону. Сколько лайков соберете, столько денежек и выиграете. Понятное дело, что это еще не все условия. Дальше вам нужно начать играть со мной на Акве, а для этого скачать игру по первой ссылочке в описании и пройти автоматическую регистрацию на сайте. И все, вы уже со мной играете на Акве. После этого подписаться на всех моих друзей во вкладочке «Каналы» на моем канале. Ну и конечно же, после этого подписаться на мой канал, поставить лайк, написать комментарий и ждать победителей в следующем видео, либо в моем телеграм-канале, который есть в описании. В общем-то, в этой серии на авторынок я пойду не с Ричардом Липтоном, а с Ахмадом Кузьмином. И, кстати, мы с ним будем ловить кидал. А, не, с Ахмедом, пацаны. В общем-то, у нашего секьюрити 12 миллионов 800 тысяч. Уже на 7200 за серии так 10 он ушел в минус. Понятное дело, первым делом он захотел идти в средний класс. Вот такую бэшку сразу он заметил. Донатка? Да, донатка. Жаль, конечно, что ты не обманщик. Короче, поехали дальше. А вот что мы заметили. Альфа Ромео у челика нон РП ник. Вроде бы вложено в тачку не так много. Ну, короче, пробега тоже мало. Скорее всего, донатка. Но владелец говорит, что слить в ГОС 2.4. А слить в ГОС Альфу Рил 2.4. Так что, в принципе, отходим от этой тачки. Вот такой вот красивенький скайлайн пригляделся нашему секьюрити Артем Корлеоне. Ну что же, проверим этого парнишу. Донат? Нет, не донат, братишка. В общем-то, вот такой вот скайлайн за 750 тысяч. В принципе, выглядит он очень достойно. Надеемся, что это не донатка. Вот такой вот скриншот скидывает мне секьюрити, и я уже понимаю, что нужно делать. Эх, Артём, 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 эх, Артём. Привет, Артём, как у тебя делишки? На вопрос, где вы взяли такой скайлайн, отвечает, что купил у человека. Ну понятно, бизнесменчик наш. Секунду, можно объяснить? Там стоял человек, он хотел 505к и сумка Supreme, там на БУ где-то. Он сказал да, нет, я сказал нет. И данный игрок спросил, донат? Короче, я понял, я могу вернуть. Как жаль, что мы не верим во всякие такие истории, и для этого парнишке уже нужно создавать форму для бана. Короче, 865 ID, нон РП обман. Все, братишка, прощай. К сожалению, старшей администрации не было в сети, поэтому пришлось выдать ему бан пока что на 30 дней, но потом обязательно перебаним навсегда. Следующая тачка, которой подбежал секьюрити, это вот такой вот золотистый скайлайн. Пацаны, этого чела так хейтили, что у него тачка донатная, что мы решили взять и проверить, донатная ли у него тачка. Около 6 человек стояла вокруг него и прямо у него на машине и обсуждали в голосовой чат, что у него тачка донатная, что он обманщик, что его нужно забанить. Ну, в общем-то, сейчас мы это проверим. В общем-то, секьюрити Q
купил этот Skyline, и этот Sky оказался, пацаны, недонатным. Как видите, на счету у него плюс 540 тысяч, так что все, чела, которого все хейтили, он оказался не обманщиком. Вот такую вот BMW недонатную выбирает себе сейчас Security. Надеюсь, Султан Ливанов не окажется обманщиком. В общем-то, данные BMW примерно по одному лямщику стоят, так что, в принципе, можно ее покупать, не жалея денег. Мы же все-таки ловим-то кидал. К сожалению, опять кидала, пацаны, тачка донатная. А этот паренек знал, что его ждет, поэтому сразу вышел из игры. Ну ничего, свой бан он получить сможет, даже если он находится не в игре. Короче, пишем его ник, 30 дней, поскольку нету администраторов старших, выдадим потом навсегда, когда они зайдут в сеть. Продам BMW, есть комфорт плюс. Донатка? Как заявляет продавец, тачка не донатная. Отличная бэха, отличный продавец, и у него в нике слишком много букв L. А может это и буквы I? Ну короче, так челики подделывают ники, чтобы их не смогли забанить. И если это кидало, то мы его забаним в любом случае. Слить, говорит, 640, ну блин, походу это не кидало, пацаны, потому что он знает, сколько слить будет. И 780 хочет наш security. Ну, короче. Ну вот он, третий юбилейный обманщик. Телепортировал я данного игрока к себе, и он оказался, ребят, моим подписчиком. Ну почему же уже во второй части подряд, блин, мы находим подписчиков в кидалах? То в первой части Лептоша Витю Капелла нашел, а тот оказался кидалой, то в этой части мой подписчик оказывается кидалой. Ты же смотришь мои видосики, братик. В общем-то, это самый тупой кидала. Прямо мега-мега, пацаны. Сначала он мне начал затирать то, что у него умерла бабушка. Как можно говорить такое вообще ради того, чтобы тебя не забанили? Потом он просто начал умолять, чтобы я его не забанил. Ну, короче, потом он сказал, что его друг попросил продать. И, блин, я уже понял, что этот парнишка точно заслужил бан навсегда. Так еще и, блин, желательно, чтобы его больше никогда на сервер не пустили. С ним долго мы возиться не стали, и он сразу отправился отдыхать на Банановые острова. Ну и вот подошла к концу 17-я серия рубрики «Патруля на авторынке». Короче, пацаны, я уже даже не знаю, что нового добавить в эту рубрику. Если у вас есть какие-то интересные мысли или идеи, пишите в комментариях. Ну, а с вами был Алонсо Капелла. Всем удачи и всем пока!